Крими Кутхара Раса или Крими Шодини. Это лекарственное средство предназначено для борьбы с паразитарными инфекциями и различными инвазиями. А крими на санскрите означает черви. То есть данное лекарство используется для лечения заражения паразитами. Вот. Данный препарат убивает практически все виды простейших, таких как лямбли, хламидии и также крупных паразитов, таких как широкий лентец, аскариды, печёночный сосальщик, эхинококк и так далее, и так далее. Благодаря вот уникальному составу данного средства, кроме того, данное лекарство способно еще повышать агни, то есть пищеварительный огонь, что способствует улучшению пищеварения, выведению токсинов и также убирает вздутие живота, убирает газообразование. Кроме того, данное лекарство излечивает также и грибковую инфекцию. Вот, данное лекарство также является рассояной, то есть средством повышения защитных сил организма и также средство, продлевающее молодость и укрепление здоровья. Применяется он как с профилактической целью, можно применять курсом раз в полгода. Вот можно коротким курсом, то есть 1-2 дня, раз в месяц, например, если у вас есть домашние животные, это будет также являться профилактикой глистных инвазий.